Так, всем привет. Новый день копа у нас сегодня. Димон уже вовсю шустрит на поляне. Так, две новинки сегодня используем. Значит, сегодня копаем. Будем тестить титановую лопату весом в 1 килограмм. И катушка 11 на 13. Посмотрим, как работает на Deus 2. Так что сегодня день такой и копа, обзора и теста. Значит, погнали. Так, у нас первая находка этой катушкой — подкова. Отлично. Подковы нам нужны. Я ее оставлю, наверное, здесь. На обратном пути заберу, чтобы сумку не перегружать сразу же. Так, удача пришла. Так, ну вот у нас первая находочка — колесико от солдатиков, от игрушечных композиций. Ну, хорошая сопутка, еще видна красная краска. А у нас минусовая температура стоит. Резко упал градус, вот видно. Инеем все покрылось. Выходили, скребли стекла. Так что сейчас довольно холодно. Так, друзья, у нас сигнальчик отличнейший. 90. Монетный, судя по всему. Ну что, давайте копать. Лопата просто, блин, упала-то. Жижа. Лопата, конечно, себя показывает просто превосходно. Давайте посмотрим, что тут будет. Так. Ой, красота. Ну, все как вы любите. Сейчас посмотрим, где сигнал остался. Выкопали мы его. Будем за ним нырять или нет? Будем нырять. Так. Что, поехали? У меня беззвучный стоит. А что с ним так прищепка такая? Отваливается. В болоте все самое интересное, друзья. Самые вкусняшки все находятся в болоте. И сохран у него может быть просто превосходный. Да, лопатка, конечно, вещь. Все жужжит еще внутри. Стекло пошло. Черви пошли. Есть. Да ладно, кольцо, но не то, что вы думаете. Два пальца туда влезут, даже еще кое-что влезет. Так, резьбовое кольцо, зазвенело, конечно, шикарно. Ладно, продолжаем. Еще один сигнальчик 90. Не вижу. Что здесь? Нет. А. Это странно звучит все. Вот так вот бывает. Блин, а я ищу. Вот что это. Алюминиевая крышка какая-то. Фу, блин, какая по мусору идем. А батарейка какой-то большой. Ну вот и первая находочка. Более-менее похожая на находку. Это пломба. Но, к сожалению, она пострадавшая. Ничего уже не просчитаешь. Ладно, берем. Вот это самое. Копали, блин, свиньи, блин. Кто себя признал? Я знаю даже, кто вы, кто это копал. Надо будет вас как-то засветить.
чтобы страна знала своих героев, бля. Реально знаю, реально видел и знаю конкретно человека. Нам не трудно, закопаем. Видно, земля уже замерзла, бля. Ладно. Так, у нас монета большая под деревом прямо. Я думал, мусор сброшенный. Что это такое у нас? Ух ты! Это пиздец. Не пиздец, а... Это наполеоновская монета, бля. Я так понимаю, 10 сантимов. Я такие, как какую выкапал, поэтому я знаю, что это такое. Офигенная монета. Наполеон у нас, друзья. Сейчас перейдем на телефон. Так, давайте посмотрим Наполеончика. О, какая красотуля. Это 10 сантимов будет, наверное. Где там, снизу год ты видел? Да, там. 1854. О, другая сторона. Там какой-то тип орла должно быть. Тоже надписи видны. Вот. Она в звезд... А, ну там типа орел такой с распущенными крыльями, кажется. Вот. Отлично. Берем. Так, снимаем. Где он тут? Так. О, вот он. Клещ Валера ползет к Димону. Сейчас мы будем делать испытания. Как он? Кверху ползет. Сейчас. Он будет ползти. Я сейчас там сам влягу тут с этой фигней. Не боись. Ну, прямое попадание. Ну? Есть, отвалился. Работает. Работает система. Вот такое средство рекомендую. Хотя мы только что запшикались. Да, именно туда. Именно мы сейчас запшикались, и он опять сел. Но напрямую работает. Друзья, теперь плюс еще одна фобия. Клещи. Теперь входим, смотрим постоянно. Я постоянно запшикиваюсь. И у нас пуговка еще вылезла до кучи. Кроме клеща, у нас есть и пуговица. Ну вот. Хорошо. Раз пуговицы есть, есть клещи, все будет хорошо. Вот можно посмотреть, ночью был приличный минус. Вся трава померзла. Клещи, блин, только не померзли. Катушка вся тоже замерзшая. Но солнышко выглянуло. Это хорошо. Но трава поднялась уже, все. Последний раз мы здесь. Дальше море, только море. Там клещей нет. Но есть блохи. Димон в курсе. Так, у нас профилактика антиклещевых мероприятий. Клещей очень много. Просто жесть. У Димона фобия, у меня теперь тоже, блин. Что в этих маленьких спиногрызов? Надо сейчас, да, всего. Дезодорант. Держи. Добьем уже банку. Такими этими. Не, ну а что делать? Методом мы растранжиримся с тобой на. Да ничего средств. Страшного. Не, ну блин, лучше так. То как-то совсем все жестко сегодня. Сколько мы еще не видели? Ну да, сколько в нас впилось уже. Просто пипец какой-то. Ладно, продолжаем. Ну вот, друзья, здесь на этом месте раньше было болото, сейчас оно подсохло. И похоже, у нас монета вылезла. Монета прямо из болота. Сейчас посмотрим, что это такое. Бля, вся каша полная. Полная каша. Сейчас. Монетка. Ух ты, что-то интересное. Что-то интересное, друзья.
Очень что-то интересное. Возможно, это какой-то жетон. Ох ты, жетон. Мощный, красивый жетон. Сейчас на телефон переходим. Так, давайте посмотрим, что за жетон. Красивый такой. 10 с одной стороны. Так. И... где он тут? Вот он. 10 с другой стороны. Но там даже жетон этот можно будет атрибутировать. Сверху идет какая-то надпись. Потом посмотрим более подробно. Интересно. Смотрите, как на солнышке, может быть, что-то проявится. Немарке. Вермарки какие-то. Марки, короче. Берем. Итак, что можно сказать об этой катушке 10 на 13? В принципе, это 11 на 13. В принципе, я думаю, большой глубины прироста не будет. Может, какой сантиметр, парочку потом проверим. В ней плюс какой? Что ты захватываешь большую площадь, чем обычной катушкой, и большая вероятность захвата сигнала. Вот в этом ее плюс. Работает она очень стабильно, очень мне нравится. Каких-то фантомов ничего нету. То есть, как бы для себя я рекомендую, если вы пользователь Деуса, Деуса 2, такая в комплекте катушечка очень нужна для моря. Буду пробовать ее на море. Я думаю, будет еще даже интереснее вариант. Больше захват площади. Конечно, чуть тяжелее будет махаться, нагрузка на штангу, но я думаю, катушка это имеет место быть. Что про лопату сказать? Что лопата просто шикарнейшая. Лопата шикарнейшая, она реально стоит своих денег. Я не буду говорить про нее плохо, как мне говорят, ты только хороший говоришь. Я попробовал излом на корни, на что труба не гнется, хотя с виду кажется очень хлипкой. Ну, блин, прикольно, дико прикольно. Главное, легкость. Это больше времени ты сможешь проводить на копе. Усталость будет к тебе меньше приходить. Лопата зачетная. Видите, она приняла уже свой нужный вид. И теперь копает. Вот тащим что-то из болота. Вот такая композиция отливчика. Застежка отливчика в болоте. Плохой признак. Невеста в болоте. Скорее всего, старинный лифчик был, древний. Здесь где-то должна быть невеста. Утопили ее здесь в болоте, утопили. Так, давайте посмотрим сигнал. 89. Давайте копанем эту болотную жижу. О! Так, камера, снимай. Нормально, захват лопаты очень хороший у нее. На ноктовской он поменьше немножко. И как бы больше раскопать надо. Так. А вот и пропал он куда-то. Либо он у меня на лопате. Так. Нет. Значит, на этом грунте где-то остался. Нет. Значит, ушел в болото. Совершенно верно. Нас разве когда-то это останавливало? Конечно, грязный коп получается очень. Но находки... Ушла вниз. Сейчас попробуем туда пин сунуть. Ой, как интересно-то, друзья. Камера у меня там что, не запачкалась. Где? Надо бы нырять.
О, то, что вы любите. Я знаю, как вам это нравится. Слушайте эти звуки болотные. Вот так вот копаются сокровища. Это просто жесть. Есть на месте монета, похоже, да, монета из болота. Вот она, монета. Что за монета? Скорее всего, 2 копейки. Ничего не видно, но, судя по всему, двушка была, по крайней мере. На данный момент это кружок. Берем. Вот Димон какие-то серебряную штучку нашел. Листочек какой-то. Часть какой-то была композиции, да, он такие прикольные, красивые. Ну, жалко, что не целая. Ну, серебро и серебро. Еще вычерпал я еще один сигнал. 75. Давайте сейчас будем его искать. Вон на телефонном шнуре теперь у меня пин. После того, как я просрал нож, Димон мне подогнал. У него, я хотел заказать, но тут мне Димон подогнал. У него запасной был. За что ему большое спасибо. Что ж это такое? Такой жижи. Так проще будет. Не вижу пока что. Да что ж такое-то, а? Да. И это был у нас шрапнельный шарик. Ну что ж. Так тоже бывает, их тоже надо копать. Прикольно, солнце светит. У нас тест на глубину, я поймал тихий-тихий сигнал. То есть он глубокий сейчас. На грани, да? Да, на грани, 66 у меня звонит. Большая и малая. Да, большая и малая. Ну-ка, давай попробуй, вот тут у тебя будет брать? 75. Да, 75 берет, да? Берет, да? То есть разницы практически никакой нету по глубине. Разница только в размере катушки. Ладно, сейчас выкопаем, посмотрим, что там будет. Сколько бьет? Отлично, сейчас идем к Димону. Это вот что было у нас. Тестовая цель. Кусочек какого-то медного пояска. Смотреть. Стой, 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 без... Не начинай без меня. Не начинай без меня. Так. Вы так выкопал? Дай понюхаю. 96 был. Ой, какой сигнал. Давай, 94. Ну давай. Рубль. Рубль. Должен быть рубль. Вот, 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 лежит, 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 лежит. Он? Есть, блин, как она выпала красиво. А что это такое вообще? Вот, мани, вот она. Сверху что-то было? Да, тащи. Три трек. Красиво звенело. Да, 3 копейки, Николай. Ну, состояние, кстати, хорошее. Очень даже хорошее состояние у него. Сейчас мы его чуть-чуть. Где-то у меня там была бутылочка. Сейчас мы его смоем. Подмоем немножко. Три копейки, да. 1800 какой-то там. Ну что, прикольно, красивая монета. Бери. Наше поздравление. Было болото, сейчас все просохло. Сигналов море. Вот, смотрите. Конечно, много мусора. И вот монета. Ай, чуть не упала, блин. Монета. Монета вообще непонятно какая. Так, что это такое? А, это латвийские сантимы.
такие заросшие все. Ну, такая крепкая монета, хорошая. Сохран должен быть нормальный. Там что-то герб, что-то просвечивается. Если что интересное, покажу. Если нет, то сантим и сантим. Рядом в болоте копается Димон. Я только что выкопал драмочник, похоже. Двадцаточка. 1949 года. О, прикольно. Двадцатка. 49-й год. Что, друзья, нахожусь я в полном болоте. Вот такая здесь болотца. Красивейшее болото. Сигналы есть, но пока ничего ценного. И вот тут сейчас у нас вылезла монетка. И что-то мне сдается, что она интересная. Монетка. Если это монетка, конечно. Монетка. Нет, она не интересная. Это 1 сантим. Мне показалось, что это какие-то 10 копеек серебро. Она так как-то подсвечивалась с одной стороны. Что здесь такое? Вот. Но это, к сожалению, не серебро. Все равно монета радует. Вот из такой лужи достаем сокровища. Вот такая еще находка эхо войны. Судя по всему, ППШ, наверное. Целый патрон с красным капсулем. Такая, бля, все в пластилине, короче. Ну нет, такое мы не берем, выбросили. Идем дальше. Друзья, закончили мы сегодня копать. Находок было, конечно, не так много. Потестили сегодня большую катушку. Очень удивительные, сейчас я вам покажу. Потом на канале будет отдельный видос. Сейчас померили по глубине, на, ну, по воздуху, как монета бьет. И на удивление показания получились. Вот, вот настолько била большая катушка. И настолько била маленькая катушка. Короче, маленькая, ну вот, это 11, это 11 на 13. И получается, что порядка 10 сантиметров разница. Стандартная катушка брала. Но у нее обхват больше, как бы. То есть мы цели по глубине тоже проверяли. Я слышал тихую цель, звал Димон, он проверял свои, все цели примерно одинаково слышались. Ну ладно, что у нас тут по находкам? Вот Димон тут набрал пуговиц каких-то. Какая-то с легендой, это с курицей. Это тоже непонятно с чем-то. Так, какие-то штучки, запорчики, пломбочки, пряжка, трояк, 3 копейки, крышечка. И там серебро, какая-то серебряная штучка у тебя еще где-то была. Это сантимчики, пол копейки. А вот кусочек серебра. Вот такой. Ну и вот тоже монетки. И у меня, ну, у меня одна монетка интересная попалась. Вот этот. Франция. Наполеон. 1800 какой-то, 50. Сейчас посмотрим, какой 50. Где он там? Вот так он головой был. 1854 год. Интересный такой. Ну, там у него орел сзади. Надписи. Что было еще из интересного? 20 копеек, о, нет, 45-го года. В болоте было. В болоте было также десятка. Жетон такой интересненький. Вот. Ну и как бы сантимы. Вот это, по-моему, это... это что за вообще за монета такая интересная? Это тоже вроде как сантимы. Только номинал неизвестен. Герб точно латвийский. Это может 5 сантим. А, ну и вот тут еще какая-то монета. Это, по-моему, 2 копейки. Ну, пустые. Ну и вот тут куча шмурдячка. Так что коп так себе. Ну, что, покопали? Отдохнули, хорошо время провели. Ну как тебе, Деус? Нормальный аппарат. Нормальный? Можем пользоваться, да. Ладно, друзья, все. Всем пока.